Воровской путь детства самого влиятельного грузинского вора в законе Триаланяне, Таро, прошло в маленьком поселке Лентихе, население которого едва превышало в те времена 2000 человек. Правда долго там семейство Аняни не продержалось и вскоре, преодолев расстояние в 50 километров, обосновалось в городке Ткебуле, именно этот город Аняни считает своей родиной, где отец Таро Гуром обзавелся работой как и большинство жителей окрестных поселений. Он стал шахтером. Это принесло в семью огромное горе. На угольном месторождении произошла природная авария, и группа шахтеров, в числе которых была Аня Старшей, погибла под завалами. Говорят, смерть отца весьма негативно отразилась на душевном состоянии Триэла. Повторять судьбу родителя он категорически не хотел, поэтому выбрал себе другую профессию к ужасу членов семьи, которая к этому времени перебралась в Кутыси, молодой человек подался в воры. Первый раз в руки стражей порядка Аняни угодил в июле 1976 года, в возрасте 18 лет. В связи со своим так не кстати случившимся 2 июня того же года совершеннолетием, молодой человек поблажек не получил и отправился на 2,5 года в колонию в абхазском городе Сида. Срок отбыл от звонка до звонка, проявив себя в лучших традициях воровского мира, на контакт с тюремщиками не шел, трудиться на благо государства отказывался. За это Таро был сполна вознагражден. Едва он оказался на воле, как 17 матерыми грузинскими ворами в законе весной 1979 года было принято решение короновать Юнса, а няне тогда едва исполнилось 20 лет, после чего он получил кличку Таро. Воодушевленный таким успехом, молодой авторитет на воле долго не протянул и в августе 1982 года отправился в свою вторую ходку, Снова за воровство и снова на 2,5 года но на этот раз на зону в Челябинской области. Затем последовали еще два тюремных срока, в 1985 и 1987 годах, два и три года лишения свободы соответственно. Тюремные институты не прошли для Таро даром. К четвертой ходке его авторитет стал настолько велик, что он теперь считался не только главным вором Грузии. Таро возглавил самую обширную по географии самую могущественную из всех грузинских оп кутаистскую группировку. В ее состав входило порядка 50 воров в законе и 500 участников, которые осуществляли силовую поддержку. Пользуясь своим высоким положением, после выхода из тюрьмы в 1989 году Таро перебрался в Москву. Примечательно, что практически за все время активного существования группировка Таро фактически не попадала в милицейские сводки. Ее лидеру удалось выстроить деятельность ОПК-так, что она приносила огромные доходы безо всяких связанных с криминалом неприятностей. Как оказалось немногим позже, для успешного управления группировкой даже не требовалось присутствия Таро в России. В 1992 году, когда в Москве вовсю шли криминальные войны, лидер Кутаиской ОПК решил отбыть в Европу.